Базар на подъезде к почте. Стихийный рынок в 22-м микрорайоне Пришатинска мешает работе отделения связи. Торговые места не устраивают ни почтальонов, ни местных жителей, ни самих торговцев. Однако проблемой не хотят заниматься ни акимат, ни полиция. Почему, выясняла Людмила Батюшкина. Инвалид первой группы по зрению Сауля Рахимбекова не может пройти ни на перекресток, ни на почту, ни в магазины. Говорит, дорогу преграждает рынок и машины, на которых привозят продукцию торговцы. Куда мы не обращались? Налоговую. Налоговая пришла, написали, говорит, в Кировский. Кировский нас как ссылают, мол, типа, звоните в акимат. В акимат звоним, в акимат тоже так же. Звоните, куда хотите, жалуйте. Ну вот, постоянно. Вот через 10 дней, вот их не будет, вот ничего нет. Понимаете, не с каждым днем все больше и больше, и больше, и больше. Больше грязь развели, ящики понаставили. Вообще тут арбузы не пройти. Сотрудники местного отделения почты тоже стонут от стихийного базара. Из-за него почтальоны не могут вовремя разнести почту. Рынок сбивает весь режим работы. Сотрудники вызывают полицию, пишут заявление, но, говорят, стражи порядка их отказываются принимать. У нас служебные машины не могут подъехать, так как в связи с тем, что рынок, естественно, люди подъезжают и оставляют здесь машины. Ну, 20-15 приходится им стоять, ждать. Не может разгрузить почтовое отправление. Стихийный рынок появился здесь уже лет 10 назад. Сначала разрешили торговать дачникам. Было несколько прилавков, но постепенно базар разросся на десятки метров. У торговцев свои претензии, главным образом к властям. Порядок обещают навести здесь давно. У нас был когда-то муниципальный рынок. Муниципальный рынок у нас продал Аспанов, когда был акимом Октябрьского района. На этом месте построили, значит, автокомплекс, мойку машин. Нам не предоставляют. Они говорят, что они благоустроят эту территорию, и потом мы только туда пойдем. Здравствуйте. Но благоустраивать они территорию не благоустраивают. Там ни воды нету, ни туалета нету. Там люди все поместиться туда не могут. Были у нас здесь прилавки. Здесь когда-то Жонкин руководил, был Жонкин, такой товарищ очень хороший. Он руководил этим делом, он поставил нам прилавки. Потом они приехали, на ярмарку забрали у нас эти прилавки, сказали, что они их вернут, и ворачивают они эти прилавки уже на протяжении 6 лет. У самих дачников возмущение вызывают торговцы фруктами, которые закупают продукцию оптом и торгуют здесь, не платя налогов. Огородникам места практически не остается. Все площадь занять, а положено метр, а у нас полметра только. Они по 20 тысяч заплатили? Вот когда нас гоняли. И вот им разрешили, начальник полиции. Борьба со стихийными рынками в Караганде безуспешна на протяжении многих лет. С ними не могут справиться ни акиматы, ни полиция. Однако организовать места для дачников власти Октябрьского района могли бы, но, видимо, не считают это слишком важным. Людмила Батюшкина, Диас Нурмуханов, Владимир Иванюк, 5 канал.